Это то, что напало на нас. Мегалодон. И большая эта зверюга? Где-то 70-90 футов. 20-25 метров. Мегалодон был самой крупной акулой из всех существовавших. Не боялся ничего. Вершина пищевой цепи. С самыми мощными в животном мире челюстями. Он мог перекусить кита пополам вместе с хребтом. Мы на неизученной территории. До сегодняшнего дня считалось, что мегалодон вымер более 2 миллионов лет назад. Сюрприз. Живое ископаемое. Это ископаемое съело моего друга. Я не могу выразить, как я скорблю по нашему товарищу. Но это величайшее открытие. Ради этого Тоша работал. То, что вы обнаружили, это даже большая золотая жила, чем мы могли надеяться. Но мы абсолютно не подготовлены к встрече с таким существом, как Мэг. Я понимаю, но мы можем подготовиться. Подожди, я говорю о долговременном научном исследовании. Что это? Моя дочь. Джонас! Ты не видел Мэйн? Не можем найти девочку. Мэйн! Мэйн! Я в тот коридор. Мэйн! Летит. Не бойся, это кит. Стойте, а где Люси? Где ее мама?